Цены на яйца в регионе кусаются, это ни для кого не секрет. Однако во время проверки спецкомиссия определила причину такой стоимости. Всему виной посредники, которые встают медиатором между производителем и торговыми площадками, накидывая свой процент. Уральская птицефабрика реализует свою продукцию по 460 тенге. Если бы яйца прибывали на прилавке, минуя посредников, то цена при накидывании 15% была бы около 530 тенге. Однако на торговых площадках стоимость яиц выше. Такие огрехи ценообразования определили жители и обратились с жалобой в соответствующее ведомство. Делом занялась комиссия по расследованию посреднических схем. К слову, ими проведено уже 20 заседаний, 6 субъектов предпринимательства были оштрафованы. В настоящее время аппаратом Акима Уральска проводится работа по расследованию ситуации с яйцами. В Алтындаре на сегодняшний день яйца категории С1 продаются по 528 тенге десяток. Через Уральскую птицефабрику она выпускается по 460 тенге. И было поручено сделать анализ, чтобы убрать вот этих посредников между реализатором розничной торговли и производителем, между ними, чтобы не превышали 15% надбавки. Также в ведомстве отметили, что совместно с Акиматом области на местах торговли проводится мониторинг цен. Кроме того, в этом году в регионе прошло уже более 500 сельхозярмарок, где продукцию выставляют по себестоимости.